Колбасова Катя. Я представляю компанию «Крутоноль». Сегодня мы в Кирове. Здесь проходил чемпионат России по видолазанию. Я заняла второе место. Какие продукты компании «Крутоноль» я сегодня использую? У меня были клювы из голубой стали, щеками и титановыми болтами. А что про них сказать? Какой они имеют прочность? Чё, не знаешь? Я тоже не знаю. Чё у меня на моих кашкаблотах стояли зубы вот такие. Мне они очень нравятся, потому что они ходят сразу вот так и как бы от большого пальца. Вот. Они очень острые, хорошо забиваются. Что-нибудь еще сказать? Они точно очень острые? Ну, как сказать. Ты знал!